Извините, мы закрываемся. Хорошо. Вы хотите это купить? Ну, я еще не решила. А пожалуй, что да. Паунд. Вы из тех странных людей, которым действительно нравятся такие книги? В этом есть что-то ужасное, а что-то прекрасное, что-то непостижимое, непостижимое для меня, а что-то проявление безумия. Но я всегда могу отличить, где что, хотя все так перемешано. Да. Именно поэтому я не люблю такие книги. А вы хотите, чтобы все было простым и понятным, да? Нет. Я просто не понимаю, как из ненависти к людям рождается великая литература. А вы никогда не испытывали ненависти? Нет. Никогда. Даже на одно мгновение? Нет. Меня так воспитали. Ну, то ли вы удивительно миролюбивый человек, а то ли лжете, то ли не обращаете внимания. На что? На созданный Богом мир. Но мне нравится этот книжный магазин. Я очень рада, что нашла его. А раньше я вас здесь не видела. Я тут временно. Приехали к кому-то в гости? Подбираю материалы. Для книги? Скорее речь об истории семьи. Генеалогия. Не совсем. С вас $140. Слова стоят так дорого. Ну, некоторые, да. А этот книжный магазин принадлежит этому пожилому господину? Да. Он мой дедушка. Я Ева. Да, я знаю. Вы провели здесь столько времени, что уже, наверное, все о нас знаете. Прекрасное место. Книги — это люди. А с другой стороны — это кладбище. А книги — это надгробные камни. А еще это прекрасное место для того, кто хочет спрятаться. Вы пришли сюда, чтобы спрятаться? Нет. А вы? А мне с чего прятаться? Вы прячутся по-разному. Одни прячутся от окружающего мира, а другие — потому что что-то сделали. А вы всегда жили здесь со своим дедом? Да. Ваши родители умерли? Да. Как и мои. Я была единственная в своей семье. $140. Вы знаете, я передумала, я не буду покупать эту книгу. Что-то еще? Мне не хочется вас торопить, но пора заказать магазин. Могу я поговорить с вашим дедом? Зачем? Просто. Я хочу с ним поговорить. Да. Если у вас есть какой-то вопрос, я наверняка вам на него отвечу. Это вопрос личный. Чего вы хотите от него, дедушки? Вы его даже не знаете. Я его знаю лучше вас. Откуда? Он вас не знает. Узнает. Знаете, этот разговор для меня уж очень странный. Вы не надо закрывать магазин. Почему бы вам не уйти? Это дело моей семьи. Не сказали, у вас нет семьи. Вот об этом и речь. Вы грабитель. У меня пистолет, пистолет. У меня сумки. Здесь совсем мало денег. Мне не нужны ваши деньги. Я преступник. Я одна жертва. Я не понимаю, о чем вы говорите? Ваш дед когда-нибудь рассказывал вам о войне? О войне? О какой войне? Мне интересно, какой же ложью он кормил вас. Я не представляю, чтобы он рассказывал вам правду. Правда, о чем?
прекрасная таинственная незнакомка все еще здесь. Купает Эзру Паунда? Она ничего не хочет купать. Мы с Евой просто говорили о том, что это прекрасное место для того, кто хочет спрятаться. Да, лучшее. Абсолютно лучшее. Книги создают убедительную иллюзию безопасности. Она меня спрашивала о войне. О войне? О какой войне? В Германии. Во время войны вы знали моих родственников. Да, вполне возможно, но всех, кого я знал, уже, к сожалению, умерли. Да, мне это известно. Вас зовут? Лили. Очень приятно, Лили. Я год. Ваши родственники во время войны были часовщиками в Германии? Да. Часы меня с тех пор и завораживали. Но вы, разумеется, стали врачом. Нет. Я никогда не был врачом. Вы не помните? Вас Венцин. Это совсем не та тема, на которую вы любите говорить. Да, я в этом уверена. В любом случае, это не ваше дело. Все нормально. Ну, хорошо. Во время войны мой дедушка спасал евреев. Он помогал им бежать из Германии, и за это его нацисты отправили в лагерь. Это он вам говорил? Ничего такого героического я не совершал. И каким же образом этому герою удалось живым выбраться из Освенцима? Его там чуть не убили. Почему он просто не мог оттуда выйти вместе со всеми? Какое вообще право вы имеете приходить сюда и расстраивать моего дедушку такими идиотскими подозрениями? Я не расстроен, Ева. Моя мама тоже была в Освенциме. Ее звали Дора Блюм. Вы помните ее? Я сделал все, чтобы забыть. Как можно больше. Вся ее семья погибла в газовых камерах. Вашей матери очень повезло. Вы думаете? Некий доктор отобрал ее для своих экспериментов, которые он проводил на человеческих существах. Человек, если не может простить, то он обязан забыть, что делали с его жизнью. У человека нет права прощать и забывать то, что сделали с его жизнью. То есть, вы считаете, что у вас есть право мстить за другого? Когда у человека нет возможности отомстить своему палачу. Кто-то же может взять на себя эту месть? Или вы не согласны? Я думаю, что нам надо вызвать полицию. Зачем? Эта женщина, несомненно, психически больна. Нет, она нормальная. Просто у нее в голове все перепуталось. У меня с собой пистолет. У нас тоже есть пистолет. Я не понимаю, ты защищаешь или... Он меня не защищает. Он просто не хочет впутывать полицию. Нет, это меня не пугает. Хорошо, скажите, как же вы пришли к такому выводу, что я был врачом в Освенциме? Мне рассказала об этом моя мать. Ваша мать могла вам рассказать о человеке, который издевался над ней в лагере. Она ничего не могла вам рассказать лично обо мне, потому что я был заключенным, а не врачом. Я специально жила 5 лет в Германии. Я каждый день изучала каждую фотографию, каждое слово, каждый документ из архива, чтобы найти того врача, и я нашла вас. Вы нашли не того. И вы, и я знаете, что это абсолютная ложь. Что сказала вам на это ваша мать? Моя мама умерла. 5 лет тому назад. Когда она умерла, я решила найти вас. Если вашей матери так хотелось мстить, почему же она сама не сделала? Потому что она просто хотела забыть об этом. То есть она не хотела, чтобы вы искали ее учителя? Да. Она считала, что я должна строить свою счастливую жизнь, но она ошибалась. Нет, она была права. Почему ты вообще разговариваешь с этой женщиной? Нет. В любом случае мы должны отнестись к этой женщине потом. В любом.
Скажите, у вас есть с собой фотографии вашей матери? У нее там пистолет. Не волнуйся, Ева! Пожалуйста. Вот моя мама. Ты красавица. Еще совсем девочка. Фотография сделана до свадьбы. На ней Ване маме 16. Она очень похожа на вас. Она говорила, что вы для своих экспериментов отбирали самых красивых. Получали удовольствие, наблюдая за страданием красоты? Я никогда не получал удовольствие, наблюдая за страданиями. Получать удовольствие, наблюдая за страданиями, это самый страшный грех. Вы религиозный человек, да? Да. Я стараюсь быть христианином. Ну что ж, это логично. Христиане убивали мой народ 2000 лет. Я никого не убивал! Слушайте, вы точно ошибаетесь. Мой дедушка — это самый добрый человек из всех, кого я знаю. Вам известно, что этот самый добрый человек делал с моей матерью в Освенциме? Ничего вы не знаете об Освенциме! Я все знаю о вас и о том, что вы там делали. Об этом говорила мне моя мать. Ваша мать не могла вам рассказать, как там было на самом деле. Есть такое, что словами не передать. Есть такие тайные глубины человеческие, которые словами не передать. Слова слишком реальны, чтобы ими можно передать что-либо сущностное. Рано или поздно все слова становятся ложью. Правда в молчании. Поэтому вы продаете книги. Книги — это слова, а слова — это ложь. Вот вы и продаете ложь. Я считаю, что ценность книг не в словах, а в том молчании, которое спрятано между словами. Я продаю переплет, в котором собрано молчание под видом слов. А вы же произносите только слова. Принимаете меня за кого-то другого. Только тот, кто боится правды, говорит, что ее нельзя высказать, потому что слова откроют, что вы правы. Послушайте меня, дитя. Я не отрицаю, что человек, который издевался над вашей матерью в Освенциме, действительно существовал. Я этого не отрицаю. Этот человек не я. Я видела ваш старый паспорт. Ваша настоящая фамилия Нахт. И вы работали с Менгеле в Освенциме. Не говорите того, чего вы не знаете. А почему? Почему, доктор, вам стало так не по себе? Вы очень глупая девушка. Вы ничего об этом не знаете. Как вы посмели прийти сюда ко мне, в мой дом, где я живу, где я работаю, с такими страшными обвинениями после того, что я выстрадал. После того, что я вылез. Показать вам номер на моей руке! Я все знаю про ваш номер на вашей руке. Вам поставили его перед отъездом из Европы. Уходите! Уходите! Магазин закрывается. Если вы выбросите меня на улицу, я приду завтра рано утром. Стану перед вашим магазином и буду всем говорить, что вы нацистский доктор из Освенцима. Вас арестуют. За публичное оскорбление. Прекрасно. Тогда все попадет в газеты и на телевидение. Что вы хотите? Зачем вы все это делаете? Я выполняю обещание, которое дала своей матери. Ваша мать хотела, чтобы вы все забыли. Именно так вам надо поступить. Жизнь слишком дорога, чтобы тратить ее на ложь. Это правда. И вы знаете это лучше других. Как же мне доказать, что вы ошибаетесь? Нет, ты ничего ей не докажешь. Она безумна и опасна. Нет, она не безумна и не опасна. Я знаю, что она чувствует. Я просто не знаю, как ей помочь. Почему ты ей хочешь помочь? Она наговорила про тебя столько гадостей. Эва, мы христиане. Мы должны относиться
состраданием к человеку. Даже если в своем страдании он пытается принести нам вред. Даже если она сбежала из психушки. Я не сбежала, меня выписали. Ты видишь, она безумна. Я не безумна. И мое психическое здоровье к делу не относится. Все-таки в какой-то степени относится. Я не безумна. А почему тогда вас отправили? Из-за него. Из-за всей этой кошмарной истории. Она не отпускала меня и едва не убила. Но теперь я здорова. Я здорова, и у него не получится выкрутиться только потому, что я побывала в психушке. Юрий, в психиатрическую клинику просто так не попадают. Вам никто не поверит, что я нацистский палач. Если узнают, откуда вы вышли. А если я не обезумела, то только лишь благодаря вам. Я вас даже не знаю. Но вы знали мою мать. Да. Знал. Ты знал ее мать? Да. Я помню девушку с этой фотографией. Вы видите, он же признается, что он солгал. Я не лгал. Откуда мне знать, о ком вы говорите? Прошло более 30 лет. Я увидел фотографию. Я вспомнил, кто это, бедная девушка. То есть вы признаетесь, что вы доктор Наталья? Нет! Врачом. Мы с вашей матерью были заключенными освенцами. Я очень рад, что она выжила. Я же ведь думал, что она там умерла. Нет. Вы думали, что вы убили ее. Я никого не убивал. Вы принимаете меня за кого-то другого. Но если вы кто-то другой, тогда почему вы так расстроены? Потому что я не хочу об этом думать. Что бы ни говорила вам ваша мать, там было хуже, гораздо хуже. Я предпочел бы об этом вообще не вспоминать. И уж тем более не выслушивать эти страшные обвинения, что я был одним из монстров в этом аду. Как же мне не расстроиться. И сейчас же вызываю полицию. Нет! Почему? Почему мы не хотим вызывать? Я не хочу вызывать полицию! И мы оба знаем, почему. Вы больны, Лили! У вас бредовые идеи. Я помню вашу мать. Я помню, что ее забрал себе на. Я больше ее никогда не видел. Всех, кого забирал к себе на, обратно, не возвращаясь. Это все, что я знаю. Я клянусь вам. Вы лжете. Вы живете в воображаемом мире. Ненависть. И гнев, и как все психически больные люди определяете других на роли в драме своей болезни. Мне осталась роль палача, но это не так. Но вы не можете в это поверить. Вы преследуете меня в своем фанатизме, в своей жажде ненависти, мести. Вы вообще ничем не отличаетесь от нацистов. Нет, у меня ничего общего с нацистами. Убежденность. Может быть, очень опасной формой безумия. Вы убеждены, что с вашей матерью творили что-то ужасное. В этом вы правы. Вы убеждены, что кто-то несет ответственность за то, что творили с вашей матерью. И в этом вы правы. Вы убеждены, что тот, кто несет ответственность, должен понести и наказание, сколько бы лет ни прошло. Может быть, наверное, и в этом вы правы. И теперь вы убеждены, что эта ответственность лежит на мне. А тут вы полностью ошибаетесь. Но вы не можете в это поверить, потому что ведь вы правы везде. И эта правда, Лили, привела вас к такому выводу. Вы видите себя человеком, который всегда прав. И в словах, и в делах. Я никого не вижу. Я просто права. Вас переполняет боль.
И эту боль вы вымещаете на мне. Я очень долго искала вас. И я вас нашла. И я хочу, чтобы вас наказать. Посмотрите на меня. Я обыкновенный человек. Я хожу в церковь. Я продаю книги. И мне вас жаль. Вы не можете это понять. Потому что вы ищете монстра. У вас здесь нет. И только я, старик, который к тому же очень устал. Поэтому я пойду спать. Ты пойдешь спать? Да. Не волнуйся, Ева. Она не причинит тебе никакого вреда. Она измучена. У нее боль. Я это знаю. Я в этом абсолютно уверен. Все будет хорошо. Лили, тот ужас, о котором вы говорите, давно перестал быть реальностью. Он реален только для тех, кто прошел через этот ад. Большинство из них уже умерло. А те немногие, что остались в живых, стали совсем другими. Забудьте это. Вы жизнь настоящая. Начните свою жизнь. Спокойной ночи, Дед. Спокойной ночи. Когда Лили уйдет, не забудь закрыть магазин. Хорошо. Свет погаси. Хорошо. Вооруженный пистолетом мальчика. Это доказывает, что вы ошибаетесь. Если бы он был хоть в чем-то виновен, он никогда бы не оставил меня наедине с вами. Он знает, что он виновен. И ушел. Он победит, если я спокойно уйду или сделаю что-нибудь безумное. И вам придется застрелить меня. Ну и я застрелю вас. В любом случае, от меня избавиться. Так, рассуждать может только душевно больной человек. Уходите. А вам не достает сострадание, которое питает ко мне ваш дед? Мне вас жаль. Я хочу, чтобы вы ушли. Мне некуда идти. Нет у меня другого места. Вы можете позвонить кому-то и к кому-то пойти. Вы понимаете? Нет. Я вижу, что вы страдаете. Как и мой дедушка. Если бы он был хоть в чем-то виноват, он не испытывал бы к вам никакого сострадания. У Мэнбеля даже не было чувства вины. Откуда вы знаете? Я об этом много читала. Я хотела понять, что тогда произошло. И вы думаете, что вы поняли? Нет. Я родилась в этом маленьком уютном городе. С колледжами, с церквями, с театрами. Выросла среди образованных и цивилизованных людей, дружелюбных, выдержанных, которые читают книги, ходят в музеи, на концерты, и я не могу понять реальность того времени. Я это понимаю. Понимаю, как вечерние утренние новости. Для меня порезанный палец и боль в животе – вещи намного более реальные. И это нормально. Мы бы сошли с ума, если бы мы старались пережить на себе все страдания человечества за все времена. А что он тебе говорит? Он не любит об этом говорить. Не доказывает его вину твоя мать. Даже не хотела говорить, так? Когда я задавала вопрос, он рекомендовал мне книги. Хорошие книги.
Он никогда не старался от меня что-то скрыть или утаить. Мой дедушка — это совсем не тот человек, за которого ты его принимаешь. Ты совершаешь чудовищную ошибку. Извини, но ошибки нет. Твоя мать не могла тебе сказать, что все это проделывал с ней мой дедушка. Моя мать рассказывала мне о Нахте и о том, что он сделал с ней сотни тысяч. С чего ты решила, что Нахт — это именно мой дедушка? В каком городе родился твой дед? Гейдельберг. Нахт из Гейдельберга. Ну, как и сотни других людей. Он учился так в школе? Да. Потом переехал в Берлин. Как и Нахт? Ну, это ничего не доказывает. Позволь, я тебе кое-что покажу. Успокойся, я не собираюсь тебя убивать. Кто этот молодой симпатичный человек? Я не знаю. Где ты это взяла? Мне дала ее одна женщина в бою. Она знала Нахта по Берлину до войны. Это доктор Нахт. На кого он похож? Какое-то сходство с моим дедушкой есть. Он похож на миллион молодых немцев того времени. Это твоя улика? А у тебя есть другие его фотографии? Нет, все уничтожила война. Дедушка прибыл в Штаты с одной Библией. А он что-нибудь рассказывал о своих родственниках в Германии? Погибли во время войны. А тебе не кажется странным тот факт, что никто не может подтвердить его личность? Но ведь в твоей семье тоже никого не осталось. Потому что нацисты убили всех. Так может, нацисты убили и его семью? В его семье были немцы. Нацисты убивали немцев. В Гейдельберге тогда и сейчас Нахтов предостаточно. Хотя один из них был нацистским доктором в Освенциме. Нахт и мой дедушка связаны только в твоей голове. И их связывает Освенцим. Да. Мой дедушка там был заключен. Их связывает моя мать. Лучше объяснить. Как и откуда он ее знает? Нет. Он мне объяснил. Он сначала отрицал, что знает ее. А разве так ведут себя невиновные? Да неужели это обычное его поведение? Никто раньше не приходил сюда и не пытался его обвинить в том, что он нацист. Я не знаю, как бы ты себя повела на его месте. Ты не понимаешь, Ева. Он ведь все эти годы использовал тебя как ширму. Дедушка любит меня. Если бы он действительно тебя любил, он бы никогда не оставил сейчас наедине со мной. Ты реально больная. Больная ты, Ева. Ты живешь в воображаемом мире, который придумал для тебя твой... Да он меня воспитал. Он за все эти годы ни разу не повысил на меня голос. Ни разу. Не сказал дурного слова о ком-то. Это по-твоему? Монстр-садист. Будь ты заключенная с Венцемом, бы не задумываясь, спорол тебе живот во имя науки и на благо человечества. Я больше не хочу говорить об этом. Все, тебе надо уйти. Я никуда отсюда не уйду, пока он во всем не признается. Он никогда не признается. Ему признаваться не в чем. А что ты собираешься делать? Ночевать? В книжном магазине? Ну, наверное, придется. Я буду тебя кормить. Не корми меня. Лили, тебе нужна помощь. Психически здоровые люди так себя не ведут. А психически здоровые люди будут издеваться над беззащитными людьми, как твой дед. Прекрати так и говорить. Это правда, Ева. Ведь у тебя уже возникают сомнения только потому, как он ведет себя по отношению к тебе. Нет, у меня никаких сомнений. Только у идиотов нет сомнений. Буду тебя и привет, пошел вон отсюда! Черт!
сюда, чтобы нас убить? Ты что, действительно думаешь, что я сумасшедшая? Ну, а как тогда ты попала в психушку? Это случилось в последние месяцы жизни моей матери. Когда она тяжело больная заговорила о пережитом во время войны. Ей требовалось выговориться, прежде чем уйти. Я бросила колледж. Бросила мужчину, с которым я жила, так что я действительно осталась одна, только с ней, с медленно умирающей матерью. И вот когда она заговорила об Освенциме, у меня начались кошмары. Я перестала есть. Я перестала спать, и однажды ночью я перерезала себе вены в ванной. Но меня нашла соседка, и поэтому меня отправили в психиатрическую клинику на полгода. И за это время я решила, на что я потрачу свою жизнь. Я не уйду отсюда. Я не уйду, пока он во всем не признается, кто он и что сделал. Я не хочу причинять тебе боль, Ева. Но он же не должен уйти от расплаты. Ради этого я живу. Допустим. Допустим, он сознается. Он признает. Все сказанное тобой — это правда. Его отдадут под суд. Что потом? Тогда моя жизнь обретет смысл. Ну? Что ты с ним будешь делать? Я не знаю. Это не имеет значения. Мне плевать. Если тебе плевать на твою жизнь, я не понимаю, как ты можешь ценить жизни других людей. Я ценю человеческие жизни, Ева. Это тебе надо строить свою жизнь, а не разрушать жизнь моего дедушки. Он человек, такой же, как и ты, а ты стараешься разрушить его жизнь безо всяких на то оснований. Основания есть, Ева. Ты думаешь, что война закончилась, но война не закончилась. Ты ошибаешься. Я бы очень хотела ошибаться ради тебя. Но нет, я думаю, что ты сама это уже знаешь. Пожалуйста, уйди и оставь нас в покое. Я действительно очень сожалею, но я не могу. Пожалуйста, ради меня. Ради меня, чтобы спасти мою жизнь. Пожалуйста, Лили. Пожалуйста. Просто чтобы спасти мою жизнь. Хорошо, сиди. Не знаю. Что-то чертовски вкусное. Хочешь? Где ты взял это? Ты же не пьешь. Ах, это, милая моя, один из моих тайных секретов, о которых поведала тебе твоя новая подружка. Я в свое время пил по-черному. Я еще тут был злодец. Поджигал дома, взрывал больницы, пожирал младенцев. Я пробирался по утрам в спальни молоденьких девушек. Я им перерезал глотки. Очень много мы делали. Тебе надо спать. Мало. Мало. Я гулял в саду. Вы видели наш сад за книжным магазином, госпожа Мститель? Там хорошо. Там полная луна. Я гулял под ней и думал о бездне прошлого. Ты разбудила во мне то, что, казалось, я усыпил в себе навсегда. Ты так похожа на свою мать. Что ты так смотришь на меня, Ева? Я тревожусь о тебе.
Я тебя таким никогда не видела. Моя жена. Умерла совсем молодой, но успела оставить мне маленькое крохотное создание, твою маму, которую я очень любил. А потом, как все драгоценное и дорогое, она исчезла. Умерла молодой. А теперь приходит эта личность и хочет забрать тебя у меня. Тебя, единственное, что у меня осталось в этом свете. Приходит эта личность, переполненная ненавистью, гневом. И в то же время так похоже на женщину, которую я когда-то любил больше жизни. Это меня наказывает за что-то, за какие-то мои страшные прегрешения. Кого вы когда-то любили? Я говорю о твоей матери, Лили. О женщине, ну, о твоей матери. Ее я любил больше всего на свете. Вы не любили мою мать. Вы творили с ней что-то ужасное. Нет. Это она со мной творила что-то ужасное. О чем вы говорите? Незачем тебе об этом знать. Нет. Скажите мне. Я хочу знать ложь, которую вы придумали, напиваясь в вашем саду. Я уверена, что Еве тоже будет интересно. Ты думаешь, что ты ищешь правду. Но ведь тебе не нужна неправда, тебе нужна иллюзия, которая успокаивает твою боль и тешит твое тщеславие, Лили. Если бы ты знала, какова эта правда на самом деле, ты бы сделала все, чтобы заставить меня не говорить об этом. Если бы я знала, что? Если бы ты знала, какова на самом деле была твоя мать. Я предполагала, что так и будет. Со мной не вышло, теперь вы нападаете на мою мать. Да нет у меня такого желания. Если я оправдываюсь, это доказывает мою вину. Если я не оправдываюсь, это еще больше усугубляет мою вину. Как только ты решила, что ты знаешь правду, все остальное это только то, что, по что ты веришь или не веришь. Я с таким успехом могу или со стеной разговаривать. Что сказать моей матери, тогда просто скажите. Это не доставляет мне удовольствия. Я не хочу причинять тебе боль. И я не хочу порочить память твоей матери. Мы потрясены вашей щепетильностью. Хорошо. Если ты так хочешь, так настаиваешь, несмотря на презрение в твоем голосе, я тебе скажу. Только знаю, что я любил твою. Всем сердцем любил. Великий врач влюбляется в подопытную крысу. Я не был врачом! Я был заключенным! Мы с твоей матерью были любовниками. Ты грязная, мерзкая правительница. Прекрати, прекрати, прекрати! Он же... Да он гадость, и мраз. Ты в порядке? Да. Ты хотела знать правду. Вот тебе правда. Мы любили друг друга. Часто он устраивает такие представления. У него получается. Мы знали, что в лагере нас ждет только смерть. Мы спасались любовью в этом аду. Мужчин и женщин держали отдельно. Такого просто не могло быть. Нахта интересовала, как холод влияет на человеческий организм. Он запирал в морозильную камеру молодую пару и наблюдал.
Меня он выбрал только потому, что я похож. Ева, я попал в лагерь только потому, что кто-то сказал, да, что есть человек, который как две капли похож. Твою мать он выбрал из-за красоты. Нас проводили эксперименты только над красивыми женщинами. Нас заводили в морозильную камеру и наблюдали, как два голых человека, трясясь от холода, прижимаются друг к другу, пока не потеряли сознание. Приходили в себя мы уже в лазарете, в ужасе от того, что второй уже умер. Раз в неделю нас заводили в морозильную камеру, и мы, прижимаясь друг к другу, любили друг друга, спасая. Это не могло продолжаться бесконечно. И однажды Дора сказала, что она больше не выдержит. И, может быть, никогда меня больше не увидит. Может быть, поэтому она пошла с ним на сделку. На какую сделку? В лагере готовилось восстание. Я рассказал об этом доме, чтобы ее подбодрить, удержать. Она рассказала нам, в обмен на мою и свою жизнь. Вот их всех расстреляли. Нах не сдержал своего слова. Через неделю нас опять завел в морозильную камеру. Я хотел Дору убить, но, как и прежде, я прижимался к ней. Любил ее на глазах у Нахта. Это вы, Нахт. Я видела ваш старый паспорт. Я видела ваше удостоверение личности. Видела, видела, конечно, видела. Я же тебе сказал, что мы похожи, как две капли. Перед самым освобождением в лагере царил хаос. На меня вообще махнули рукой. Думали, что я уже не выживу. А я умудрился убить охранника. И взял у него оружие. Я побежал в лабораторию, где сидел трясущийся от страха Нахт. Он мне сказал, Дора умерла. Я не выдержал. Я выстрелил прямо ему в лицо. Забрал документы. Надо же как-то было выйти из лагеря. Это уже потом, после войны. Я стал сотрудничать с американцами. Потом уже и сюда приехал. Когда ты вошла, я подумал, что я вижу перед собой призрак. Потом, когда я увидел эту фотографию, я все Если вы думаете, что я поверю всей этой безумной истории, то вы псих. Вот в этом-то и проблема правды. Она же бывает зачастую половинчатой, недосказанной, потому что ты ее знаешь от людей, которые не могут знать всю правду. Всю правду знает только Бог. А это невозможно. Поэтому ты по-прежнему выбираешь правду, которая тебе нравится, и называешь это правдой. А то, что тебе не нравится, ты называешь ложью, стараешься об этом забыть. Моя мама никогда не сделала бы такого, никогда. Ничего ты про это не знаешь.
Я знала свою мать. И Ева знает меня. Но ты же утверждаешь, что она не знает меня. Ты же требуешь поверить тебе на слово, в то время утверждая, что ты знаешь свою мать до своего рождения. Ты не веришь абсурдности такого высказывания. Тебя родила женщина в мирное время. Освенцим был другой вселенной, там люди жили по-другому. Я понимаю, что очень хорошо считать, что были святые и чудовища. И чудовищ нужно отыскивать и убивать. И тогда все будет хорошо. Это не так. Есть такие обстоятельства, когда святые становятся чудовищами. А чудовище приходится играть роль свою. Я не хочу, чтобы ты винила свою мать. Я ее не виню. Я тоже ее не виню. Потому что все, что сказано вами, это абсолютная ложь. Хорошо. Возвращайся в свой иллюзорный мир. Ева, я думаю, что тебе пора спать. Нет, я не хочу спать. Мне нужно с Лили поговорить наедине. Тебя с ней наедине не оставлю. Иди спать. Это не займет много времени. Я поговорю и приду к тебе. Я никуда не пойду. Но он хочет заключить со мной сделку. Но не может это сделать в твоем присутствии. Нет, я не хочу заключать никаких сделок. Я просто не хочу, чтобы ты оскорбляла. Ева, иди спать. Хорошо, если ты так хочешь, я буду наверху. Если я тебе понадоблюсь, сразу позови меня. Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ева, это все не так, как она говорит. Я знаю, ты что? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Если я тебе понадоблюсь, сразу позови меня. Так какую вы хотите заключить со мной сделку? Ты хочешь денег? Этого ты хочешь? Сколько ты хочешь? Во всем мире нет столько денег. Тогда что ты хочешь? Признание? Ты его не получишь. Потому что мне не в чем признаваться. Почему бы тебе не уйти? Или ты хочешь меня убить? Это твоя единственная цель? Вот тебе шанс. Вы думаете, что я не смогу? Сомнения тебе не позволят. Что бы ты ни говорила, я посеял сомнения в твоем разуме. Если ты меня убьешь, ты потом будешь всю жизнь мучиться и думать, что ты убила невинного человека.
и поступила точно так же, как поступают нацисты. И потом, убив меня, тебе нужно будет еще и убить себя. Потому что Ева же знает, кто ты. То есть мне нужно убить вас обоих? Этого ты тоже не сделаешь. Ева же хороший человек. Ты не из тех, кто на это способен. В ваших логических выкладках, доктор, есть один маленький прокол. Убить вас обоих мне следует только в одном случае. Если меня потом интересует, что случится со мной, а меня не интересует. Так что убить мне нужно только вас. Сомнения тебе не позволят. Нет у меня никаких сомнений. А сейчас узнаем. Ты знаешь, что твоя мать обладала необузданным характером, бешеными приступами ярости? Правда, у нее была воля, может быть, поэтому она выжила. А когда ее муж узнал, что она его изменяла, и начал пить, что для тебя правда, Лили? Откуда вы можете знать, изменяла моя мать отцу или нет? Я твою мать знаю лучше всех на свете. Во время войны, да. И после. Вы виделись с моей мамой после войны? Много раз. Зачем моя мама виделась с вами? Я же тебе сказал, что мы любили друг друга. Но по вашим же словам, она умерла. Это нахрен не сказал. Я ему не поверил. Я стал ее искать и нашел. Я хотел ей отомстить. Но как только я ее увидел, вся ненависть моя прошла, и я по-прежнему ее любил. Мы с твоей матерью были любовниками долгие годы после войны. Нас связывало общие воспоминания и чувство вины. Хочешь, я тебе в подробностях опишу обстановку вашего дома? Когда она забеременела, я не мог бросить семью и ребенка, но я ей прямо об этом сказал. И тогда она нашла мужчину, которого ты знаешь как отца, заставила его поверить, что она забеременела от него, и он женился на ней. Это грязная, мерзкая, отвратительная ложь. Хочешь, я тебе покажу твои детские фотографии? Детские и умничества. Твоя мать регулярно мне посылала. Ты видишь, я знаю о тебе больше, чем ты. Когда ты родилась, мы не могли уже видеться. Это было небезопасно. Когда ты была маленькая, Дора была с тобой. А потом, когда ты подросла, она опять осталась одна. Ее опять начали мучить воспоминания. Написала мне, проклинала меня, лагерь, нахту. Я просил, чтобы она забыла об этом, но она только распалялась. Когда тебе исполнилось 18 лет, я написал ей, чтобы она забыла обо мне. Всего-всего-то. И больше никогда не вспоминала. Умирая, Дора тебе рассказала все, и ты стал искать матку. А поиски привели тебя не к нахту, а к своему отцу. Я твой отец, Лили. Это неправда. Я твой отец.